Пусть у Мишки украл косточку вчерашнюю. А где она? Забудка? Буся сперла, собаки гуляли. Коля пошла их по местам разводить, а Буся украла у Миши кость, спрятала за будкой и никого не пускает. По нем поглядим, что там у меня. А, ты теперь боишься подходить. Бусяндра! А ты ж глухая, блин. Ух ты! Бусь! Тебе немного, нет? Чё? А? Она не на польку рычала, а это на Мишку Дунаем рычала. Она на людей не рычит. Только на пьяных, она пьяных не любит. Иди сюда, давай я тебя пристегну. Напугала. Что? Стой. Бусь, она же не на... Ой, Поля, она же не на тебя рычала. Она на Мишку с Дунаем рычала. Ты же с ними к ней пришла. Нет. Ну как нет? Я видела только что. Ты пришла с Дунаем и с Мишкой. Бес. Показать видео? Бес. Она на людей не рычит. Чучундра старая. Все? Все погуляли? Мам. Всех выгуляла? Леонтюша, как она на кошек реагирует? Буся кошек не любит. Ну, прям бежит. Она кого-то съела? Нет. Она бежит прям за ними? Прям бежит. И прям задушит. Она охраняла твои цветочки. Правильно, цветочки надо охранять. Такую красоту. Обязательно. Хотя они, видишь, на лавину потоптали. Потоптали, вижу. Но они не специально. Угу. Вот это мне нравится, Ванкувер сорт. О, какой красивый. Вообще. Красота. Какие-то уже большие цветы сбрасывает скоро, вот поменьше которые. Тоже акит классный. Но он уже такой распустился, уже серединку показал. Большой вон тот. Это императорский георгин, он должен был вырасти 5 метров и цвести. Ну, судя по тому, что сентябрь на носу, а он 1.5 метра только. Ничего, он не перезимует? Да, я даже не знаю, имеет ли смысл его выкапывать на зимовку, потому что, видишь, ну, ему времени не хватает, чтобы вырасти до нужного размера и зацвести. В более южные регионы его, наверное, можно. Да поле, блин, их всех покушали. И слизняки, и какие-то клопы, чего только нету. Ничего страшного. Посмотрим, как настроение будет. Будет настроение, выкопаю, не будет настроения. Оставлю в земле, он не перезимует, замерзнет и все. Ура! Дождалась первого урожая. Сама дерево сажала. И в этом году первый урожай. Целых 3 штуки. Ой, а вот большая какая. О, прям огромная. Ой, уже мягкая, наверное, можно попробовать. Ну-ка. Вкусная. Кисловатенькая, не дозрела еще, но все равно вкусная. Как конференция. Ой, а вон еще какая огромная висит. Урожай удался. И все бы ничего, очень даже вкусно. Если бы я не сажала его как абрикос. При посадке, при покупке мне сказали, что это абрикос. Друзья мои, всем большой привет. Вы находитесь на канале Сказочная деревня. Меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал. 1 сентября. Не с этого хотела начать. Хотела начать с того, что после того, как мы приехали из Питера, свалились все. С температурой, соплями и кашлем. Особенно я. У меня 3 дня была температура достаточно высокая. Там аж по 39. А теперь вроде бы температур нет, все прошло, но сразу хрипота. Поэтому сегодня будет хриплый ролик, так скажем. Давай, Полин, налево. Что? 1 сентября. Мы идем. Линейка у нас в 10. Я, честно сказать, товарищи, тут что-то все в чатах всех друг другом поздравляют, какие-то открыточки шлют. А я от души хочу всем посочувствовать. Потому что современная школа — это просто адский ад для родителей. Невыносимый.
который начался. Поэтому, товарищи, я всем сочувствую. Такой. О, Оля чихает. Будь здоров, Палень. Палень тоже еще небольшие сопли, но ничего критичного. Так. Вот мы с ней шлепаем. В прошлом году 1 сентября было очень холодно. В этом году 1 сентября капец как жарко. Я вот иду и думаю, блин, надо было шорты одеть. Я в джинсах, а надо было шорты. Школьница моя чапает. Школьница. Зачем тебе очки? Зачем они тебе? Почему типичная ботанка? Что за глупость? Что ты хочешь сказать, что кто в очках ходит, тот ботаник? Да. А, то есть мама у тебя ботаник, да? Да. По Деме не скажешь, что он ботан. Дема уехал в общагу вчера. Причем 1 сентября выпало на деревню так по-дурацки на один день, на пятницу. И Демьян вчера уехал, а сегодня вернется обратно. Ну и мы, собственно, идем. У нас сейчас линейка. Столбы электрики повалили. Ходите как хотите. Класс вообще. У нас сейчас линейка, потом у нас собрание у детей как раз классный час, а потом все, все свободны. Тоже идем не очень надолго. Один день выпал. А? Повезло нам? А, еще потом отдыхать? Ну да, потом выходные, еще два дня. Не зря пешком пошли, так и знал, что машину будет не поставить. Оставили, приехали. Пока не забыла. Значит, после линейки у детей классный час, у родителей собрание. Школьное, каждый год, 1 сентября, школьное собрание. Уроков сегодня не было. И, собственно, мы, ну, там, час примерно было собрание, у них классный час, потом мы домой разошлись. Из важных новостей, что касается школы нашей. У нас школа очень старая, в смысле старое само здание. И, в общем, там... администрация школы билась несколько лет и добилась того, что нам будут делать капитальный ремонт в школе. Это будет по задумке администрации, по надеждам и чаяниям администрации, они хотят запланировать так, чтобы начали примерно ремонт, например, в середине-конце мая, плюс лето, пока детей нет. И, естественно, в следующем году получается, что часть, ну, за 3 месяца капитальный ремонт вместе с покрытием, там, с заменами окон, с покрытием крыши, вот это все, они, естественно, не успеют. И поэтому по опыту других школ они говорили о том, что займет это примерно полгода. То есть несколько месяцев следующего учебного года детей нужно будет куда-то распределять. Давай, беги! Детей нужно будет куда-то распределять на учебу, пока школа будет закрыта на ремонт. Младшие классы, ну, Поля в следующем году будет 4-й, она тоже будет младший класс. Скорее всего, уроки будут проводить, занятия будут проводить в детском садике. У нас рядом с нашей школой впритык еще детский сад стоит. В детском садике.
А вот уже те, кто постарше, там большой вопрос, их нужно будет возить в другие деревни, где-то другие школы, помещения брать. В общем, там сейчас это такое, скажем так, все в процессе размышления, но, скорее всего, вот мы в следующем году будем ходить учиться в детский сад. Но детский сад тоже не так просто, чтобы у нас младшие школы получаются, если всего в школе 100, по-моему, около 130 учеников, то младший класс из них 64 ученика, то есть это половина, да, с первого по четвертый, это половина общей школы. И при всем при этом, кстати, у Поли самый большой класс, у нее 26 человек в классе, это самый большой класс. В этом году первоклашек всего 12. А вот когда Демьян учился, мы когда сюда только переехали, он пошел в четвертый класс, тоже в эту школу, их было вообще 4 человека вместе с ним, то есть он пришел, в классе было 3. Было очень классно, когда было мало детей в школе, потому что программа та же, образование тоже, учебники то, все то же самое, но мало детей в классе. Было хорошо. Прям, ну, на всех учителей, так сказать, хватало. А сейчас, Ольга Викторовна, бедная, снимай перед ней шляпу, 26, конечно, человек, которые с одним-то иногда не углядишь, а там 26. Вообще, конечно, учителя – это такая профессия. Я бы не смогла. Я бы поубивала бы всех через час. Вот, значит, поэтому вот это основная задача. Плюс там, ну, обсуждали питание, обсуждали там продленку, но на продленку по Лене ходить не будет, потому что там всего у нас 20 мест. Есть возможность открыть вторую группу продленного дня, но нет человека, который будет за ними следить. Приглашают всех работать в школу, не хватает, естественно, как всегда, педагогического состава, не хватает учителя физкультуры, у нас физкультуру ведет сам директор, не хватает там учителя английского языка, много всего всегда, конечно, не хватает, всех приглашают в школу. И плюс к тому, что у нас еще деревни друг от друга достаточно далеко находятся, и дети из других деревень посещают именно нашу школу. У нас от школы еще целых 3 автобуса ездят по разным направлениям, собирают детей. Очень много обсуждали именно вот те моменты, кто кому ездить далеко. Причем меня поражают просто родители. На собрании, значит, администрация говорит: по правилам установленным, значит, автобус школьный имеет право забирать и высаживать детей только на автобусной остановке. То есть не может водитель остановить автобус, высадить ребенка, потому что ему вот не на автобусной остановке, а просто на дороге, где-то на обочине, потому что у него вот тут рядышком дом, а от остановки ему там далеко идти. Это запрещено. И все равно находятся тех: ой, а вот у нас до остановки 1,5 километра. Как нам быть в этом случае? Как вам быть? Переезжайте ближе к остановке. Ну, какие могут быть варианты? Им говорят, по правилам вот так. Ой, а нам далеко до остановки. Как же быть? Возите сами тогда, я не знаю. И отношение тоже такое у родителей интересное. Все считают, что школа им обязана. То есть, ну, никто не понимает, что школа – это отдельное учебное заведение. Все считают, что школа должна войти в их положение. У них какие-нибудь там трудности, у них далеко до остановки, у них там еще что-то. И все это должна школа, так сказать, решить. Их проблемы, их трудности. В общем, конечно, иногда просто поражает отношение, так сказать, родителей. Как будто им кто-то что-то... Вообще, у нас, конечно, люди любят претензии предъявлять и считают, что все им обязаны. Вот, в общем, все. 1 сентября у нас прошло. Всего недолго. Время... А, блин, все время забываешь, у меня тут нет часов. Разбились тут часы. Время час, наверное, уже, да? Да. Время час. Сначала было в 10, 3 часа мы всего потратили. Больше собирались, так сказать. После школы, вот Полюня сейчас прискакала домой, мы с ней пришли. Она переоделась и убежала к девчонке, к однокласснице. Она там ее ждет, они убежали гулять. А я, собственно говоря, дома останусь. Что-то, блин, вроде температуры нет, но вот эта гнусавость, вот здесь вот все заложено, вот здесь вот все заложено, вот здесь все заложено. Мне что-то говорят, я ничего не слышу, уж заложено. Я и лечусь, я, вон, у меня там целая таблетка для голоса, видите, вот гомеомокс пью, блин, 950 рублей у нас в аптеке, охренеть можно. Но зато хоть голос появился, тоже вообще не было, у меня почти сутки голоса не было, дети были рады и счастливы, потому что мама ничего говорить не могла, прям рот открываешь, а говорить больно. Они тут были рады и счастливы, я им это, жестикулировала активно, они все ржали надо мной. У меня тут, в общем, лекарств целая гора. Я лечусь, конечно, лечусь, но где-то что-то подцепили, не знаю, с Полюнькой. Полюнька тоже маленько подсопливилась, но сейчас нормально она, а я прям никак не вылезу. Ох. Подарки у нас в школе подарили. Первоклашкам особенно всегда дарят администрация школы, администрация района. И младшим классам с первого, по-моему, до 5 или до 6.
Поля сказала, что им подарили, а вот им подарили расписание, какие-то сладкие подарки, но я так понимаю, что они их уже съели, потому что я когда вышла с заседания, хотела сказать, что-то мне, походу, не только здесь заложено, но еще мозг закладывает, где я была? На собрании. Когда я вышла с собрания, дети уже, так сказать, форсировали школьный вот этот участок, они уже все на улице там бегали, лазили по лесенкам, и у меня ребенок был в мороженом испачкан, она сказала, что им подарили сладкие подарки, они ели мороженое. Ну, что, конечно, еще что-то дали, но я уже это не узнаю, потому что Поля уже убежала. Она хлопнула дверь и говорит, мам, я пошла. Ну, в общем, подарки у нас всегда дарят. Ну, первому классу особенно, и младшим классам тоже такие понемножку. Мне Поля говорит, а почему нам такие подарки не дарят? Я говорю, ну, что это замануха для первого класса, их заманивают подарками в школу. Вообще, конечно, современная школа такая интересная вещь. Особенно в деревне. Как бы это объяснить? Не знаю, как это сказать. В общем, у нас уже 21 век, а люди, да, особенно вот там педсостав, учителя, они все еще такие советской закалки, постсоветской, им сложно вот со всеми с этими изменениями. Они очень стараются, но им видно, что сложно. Детям не особо интересно. Скажем так, не особо, ни линейка им не интересна, ни уроки им не интересны. Я в школу ходила, у меня тоже были уроки, они особо интересны, но там была компания. То есть, ну, если ты не пойдешь в школу, например, да, там проболеешь или еще что-нибудь, а вдруг пропустишь что-нибудь такого, такое ощущение, знаете, складывалось, что если я сегодня в школу не пойду, то там случится какой-нибудь такой переворот, а я этого не узнаю, я этого не увижу, и прям вот было желание. А сейчас все дети онлайн, постоянно друг с другом, у меня Поля постоянно во всяких чатах голосовых, в играх, в общих, они, собственно, вот этой, ну, своей компашкой, что в школе учатся, что дома они находятся, они не расстаются, они постоянно онлайн, коннект вместе, поэтому у них нет вот этого страха, что вдруг что-то произойдет, все, ну, все вот здесь вот. И такое у них, у детей такое себе отношение к этому, ну, к посещению данного заведения, к урокам-то вообще тяги нет, к предметам. Только вот из-за компашки, а компашка вся онлайн, поэтому так себе. Вот. Ну, что делать, учиться все равно надо, как ни крути. Поэтому, наверное, и родителям тяжеловато. Ну, нельзя ребенку сказать, делай так, хоть оно тебе не нравится, но ты все равно это должен. Ну, это бесполезное занятие. Ну, нельзя заставить полюбить что-либо, в том числе и хождение в школу. Вот у меня есть опыт, и старший у меня ходил в московскую школу, 4 года получается, 3. А потом мы переехали сюда, мы пошли в деревенскую школу. Я хочу сказать, что в деревенских школах все намного проще. Намного проще. Намного человечнее учителя. Можно подойти к директору, можно по любому вопросу обратиться к завучу. Я помню, что в московской школе просто попасть на территорию школы было невозможно. И в первом классе мы всеми родителями, всей толпой, вне зависимости, например, от погоды, мог быть и снег, и дождь, и минус 30, а мы все стояли за воротами на улице, чтобы забрать первоклашек. И ты подходишь, нажимаешь на кнопку в стене, говоришь, Аксенов Демьян, и учитель там его собирает, одевает, спускает, выводит, и ты его у забора на улице забираешь. Это вообще такой, конечно, бред сивой кобылы был. И даже учителя было сложно просто взять и поговорить. А в деревенской школе все это намного проще. Все, собственно говоря, живут здесь, и учителя можно и в магазине встретить, поговорить. Ну и там, естественно, списаться, чаты и все вот это. Так, ну что-то я уже на 10 минут тут натрындела. Такое у меня какое-то сегодня. Школьно-рассудительные такие эти тематики меня гложут. И насморк задолбал. Ой. Сопливчики надо убрать из кадра. Я думал, ты... Повтори. Заново все? Ой, да. Во-первых, работать можно только по специальности. То есть на Валберисе, там, как я хотел пойти работать на Валберисе, потому что он график свободный. Если у меня какие-то важные пары, я иду на пары. Если там какой-нибудь у меня целый день, допустим, практика, я иду работать. Потому что на третьем курсе у нас только практика, МДК, английский и экономика. Больше у нас ничего не будет. Весь третий курс, вот 4 предмета у нас всего будет. И то английский и экономика у нас там что-то, блин, почти очень мало пар.
У нас в основном практика МДК. Именно поэтому отселяли именно третий курс с общежития. Потому что у них одна практика, и могут просто перейти на практику. Вот, значит, у нас в техе это делается как? Ты приходишь, чтобы, ну, если хочешь работать, ты можешь работать только по специальности. То есть, допустим, вот, если там повар, то можешь идти работать в какой-нибудь ресторан. В моем случае я могу идти работать на завод. На там, металлпласт, там, в этот... Это глупость какая-то. Что, если ты работаешь в другом месте, тебя выгонят из теха? И ты должен... Ты не, как? Тогда это неуважительная причина, почему ты не ходишь на пары. Дем, знаешь, как с тобой студенты работают? Вот я тоже была студентом. Ну, у нас все так работают. Я 5,5 лет училась в институте. Ты учишься, а после уроков ты идешь на работу. Ну, мы нас, так. У нас все работают вот так. Вместо пар, потому что на третьем... Ну, вместо пар у тебя не получится работать. Тебе надо в первую очередь учиться. Даже если я устроюсь на работу, я буду работать, меня выгонят с общаги. Потому что, ну, ты работаешь, у тебя есть деньги, значит, вот иди, снимай себе квартиру, покупай квартиру, твои проблемы. Все, если ты работаешь, ты не можешь идти. Ну, вообще. Ингалятор. Вроде помогает. Слушайте, ну, честно признаться, я так и не очень поняла, почему нельзя одновременно подрабатывать и учиться. И почему за это должны выгнать из общаги? Ну, как есть, вот так и услышали. Посмотрим, что будет дальше. Все, наверное, сегодняшний день закончен. Я продолжаю лечение. 1 сентября наступило. Ура! Какое-то у меня настроение сегодня поганое. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что чувствую себя не очень. Какое-то такое. И ролик такой же, наверное, получился, да? Сопливый и смурной. Ну, как есть. Все показал, как было. Внизу в описании к этому видеоролику разные полезные ссылки. Здесь, здесь, здесь. Все как обычно. Все, друзья мои. О, сейчас еще батарейка сядет. Все, друзья мои. Желаю всем не болеть. Будьте здоровы. Набирайтесь терпения. Нам предстоит еще целый учебный год. Все, ребятки. Всем пока.